Здравствуйте, у вас есть тема 35? Есть. Препарат Диана-35 Тюмертау пользуется высокой популярностью. Как сообщают медики, в основном это лекарство используется в лечении угревой сыпи, выпадения волос и других гормональных болезнях. С контрацептивной целью препарат выписывается редко и отпускается лишь по рецепту врача. По словам медиков, препарат имеет массу побочных эффектов. При Диане-35 бывает иногда боли в груди, боли в ногах, припухлость вен, могут быть односторонние или двухсторонние. Также может быть чувство сжатия в груди. И вот если при появлении одних из этих симптомов, пациент должен вернуться к врачу и рассказать, чтобы докончить пластинку и дальше заменить другим препаратом. Эти и другие побочные действия подтолкнули специалистов Минздрава провести исследование лекарства. Как выяснилось, Диана-35 способствует образованию тромбоза. В связи с этим было принято решение запретить использовать препарат в качестве противозачаточного средства. Кроме того, Минздравом были внесены изменения в разделы «Способы применения и дозы» и добавлены дополнительные предостережения в разделы «Особые указания». Как отмечает Министерство здравоохранения, информация о заболевших при применении препарата Диана-35 в Казахстане пока не поступала.